Ну, начнем с новостей от российского министерства обороны. Сегодня 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, поднявшись с аэродрома на территории нашей страны, совершив перелет на территории Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, действующих в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей. Истребительное авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. نزل راسك انت. الحربية شن غارات جوية على مدى الزعفراني في ريف حمص الشمالي، ولا يزال بالأجواء حتى هذه اللحظة. طبعا الطيران الحربي شن أيضا غارات جوية على مدينة تربيسي، أسفرت عن ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدة جرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم في حالة خطرة. وشن الطيران الحربي أيضا غارات ليلية على مدينة أرستان وبلدة غرناطة، ما أدى أيضا إلى ارتقاء شهيد وسقوط جرحى في صفوف المدنيين. Пустыни. Ярче всего это видно на карте. Военные сейчас собирают все силы, чтобы выгнать террористов из провинции Дейр-эз-Зор, а также отбить их новое наступление на Пальмиру. Но еще в субботу стало известно, что боевики разрушили в этом древнем городе еще 2 исторических памятника. Наш корреспондент в Сирии Валентин Трушнин о том, что сейчас происходит в освобожденных городах. Главный символ Алеппо. Теперь уже разрушенная мечеть Омейядов, знаменитая цитадель. Теперь здесь опять многолюдно. Ведь еще совсем недавно такое представить было невозможно. Здесь шли самые напряженные бои. Крепость была окружена боевиками со всех сторон, но сирийская армия ее отстояла. Теперь это символ сопротивления. Небольшой гарнизон цитадели противостоял многочисленным отрядам террористов Ан-Нусры. Боеприпасами и пищей солдат снабжали через подземные ходы. Мы держали оборону 4 года. Боевики постоянно пытались к нам прорваться. Непрерывно обстреливали и даже пытались сделать подкоп. Но у них ничего не получилось. Продавец кофе по имени Хусейн поет песню, посвященную цитадели. Мотив старый, слова новые уже про эту войну. Как только отсюда выгнали террористов, я пришел сюда и от радости 2 дня наливал кофе абсолютно бесплатно. Сирийцы внимательно следят за новостями, которые напрямую касаются их будущего. Главная тема обсуждения сейчас – переговоры в Астане.